Two, one. Нифига себе. Go. Всем привет, дорогие пацанчики. И девчоночки. И девчоночки. С вами снова брутальные супергерои и мы. И мы супергерои, причем очень-очень брутально. Он летает, блин, в натуре как прототайп, я не знаю, в Бэтмене везде. Предыдущую серию мы посвятили вот этому, поэтому... И оно все продолжается. Да, поэтому предлагаю позвонить. Да, давай все-таки миссиями займемся. Breaking the law. Break on through. Go to Rift. Я не знаю. Хотите найти и спасти своих друзей? Встретимся около меня. Это говорит очень странно. Короче, это какой-то искусственный интеллект с нами связался и говорит, что он хочет помочь нам. Окей. Блин, я через забор как-то вообще тупо перепрыгнул. Почему он такая? Не как супергерой. Нет, не как супергерой, как спецназ. Ау, колючая проволока. Сделанная из криптонита. Супермен недоволен. Чё мы вообще несём? 200... Ладно. Да дарбать да всё. Окей, ты был первым. Нужно прыгать с платформы на платформу. Только не это. Только когда она синяя. Чем ближе ты к центру, тем сильнее соединение. А, нет, когда мы прыгаем, она становится, понятно. Цвет меняет. Синий, когда прыгаем. Видимо, не знаешь, сейчас посмотрим. А ты мне, говорит, скажи, как можешь помочь нам спасти наших друзей. И я сразу упал. Я упал. Нет, не упал. Я, говорит, тоже был их. Я как-то за сюжетом пытаюсь следить, но, честно говоря, не успеваю во время этой прыгать ничего считать. Короче, он, говорит, знает, как вообще с ними бороться, и тоже был когда-то их пленником, и знает, как уронить их систему. Толково. Толково быть таким. Мое тело, говорит, давно умерло. На небесах. Да. А я, говорит, просто в компьютер себя загрузил. Как дела, Тёма? Торм! 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 Как мы, говорит, можем тебе верить? Ну, я, говорит, держу свое слово. Конечно! Тихо. Спокойно. Да какой? Все, получилось у нас. Бронза. Мы еще успеем сейчас на серебро. Черное серебро. Серебро. Мы не успеем, я умру. I'm dead already. Why are you dead? Why are you dead? Ну, 87, по ощущениям, я так не успею. Потому что мы что-то вначале вообще дуплились очень долго. Нормально. Ну, короче, ладно. Да, я перелетел. Да, отметил. Все. Ну нормально, пошли. 81. Ладно, было неплохо до первого раза. Чё, плохо, ну ладно. Это был я виноват. 81. А, я мог нам денег дали столько. Ну, это было бы неплохо. Но вообще нам дали 2000. Окей. Так, хорошо. Так. Короче, какой-то искусственный интеллект теперь у нас в союзниках. Был он тоже, короче. Так, от него у нас есть новые челленджи, они нам тоже типа сайды, тоже не обязательно. Наверное, нахуй. Что... Господи, что это такое? Я не совсем понимаю, что происходит. Направленное оружие, не разбежим. Эта штука, по-моему, начинает просто все, что рядом с ней. Начинает глючить. Нет? Ну-ка, сейчас окей. Подожди, она побежала. Лови. Так, ну какого хрена, зачем ты ее убил? Она не заслуживала. Чего она не заслуживала?
Вот смотри, там что-то даже. Ого! Ты посмотри на его ноги. Это делается вот так вот. Все, ты пойдешь. Я тебя в красную книгу отнесу. Ну, она сейчас отойдет и как бы все. Нет. Все, она будет уже ненормальной. Никогда хочу. А нет, смотри, правда. Со временем проходит. Это вообще он был, оказывается. Твой был? Тоже прикольно. Ладно, пошли кого-нибудь убьем. Мы давно этим не занимались. Да, секунд пять. Ага. Здрасте! Мозги. Блин, в этой игре это слишком брутально, по-моему. Куда пошла девушка? Не. Брутально со спец... С этим, короче, сверхспособностью. Девушку глючит, бомжиху. Бомжиху глючит. У нее просто выгрыбал что-то. Бомжиху заглючила. Карусель, карусель. У вас что, товар-двары. Капец, а че их так глючит-то всех? Ну, за этой фигни, видимо, потому что. На них посмотреть, это же ненормально. Ненормально. Не. Не. То есть, по сути, начали опять заниматься, короче. Ну, этому трудно противостоять. О-хо-хо-хо! Ну-ка, пойдем. Мне понравился твой прикол. Подожди, блин, я должен был к твоему квесту. А какой у тебя квест? Ты какой взял? А, ну, Breaking the Law. Там продолжается у нас. А у тебя не начался он, что ли? Нет, я мог присоединиться, но отсоединился. И теперь я снова присоединился. Нормально. Окей. Короче, он сейчас нам даст новый код, который позволит нам менять, ну, огонь на... Вернее, лед на огонь и тому подобное. Это круто. Да. Это правда круто. Нормально. Еще бы я выдыхался не так быстро. Возьму-ка я мотоцикл. Дожился. Мотайка такая, конечно, странноватая. Там еще кластеры собираешь, я их что-то давно не тратил уже. По пути как-то так. 32 штуки. Ого. Но я сейчас, я думаю, получу новый элемент огненный. Буду фаерболы носить как бы. Sure you can кидать. Да, вау. Это было страшно, ну ладно. Черт. Теперь вода, как я понимаю, тоже не помеха. Да? Раньше в воду попадал, и все, пипец. Теперь из воды тупо выпрыгнуть можешь. Как, почему пипец? Ну как, то есть можно было только Y нажать. Ну а тут? А тут ты можешь реально сам выпрыгнуть, да? Круто, я не знал. О, это же не то место, где зомби-апокалипсис был. Да-да-да, точно. Или нет? Не знаю. Не исключено. По-моему, да. Да, точно, вот оно, точно, то самое место. Там все еще апокалипсис? Нет. Жаль. Людям здесь вполне неплохо. Пока ты не пришел. Ага. Блин, эти крики. Меня не покидает ощущение, что они кое-откуда выдернуты. Например, из ГП? Не, это что? Не. Машина, постой. Я возьму тебя в пользование. Прикинь, я сел в чувака, и теперь... Ого, капец, что происходит? А тут было бы прикольно, если в каждом можно было так вселяться, как в, ну, в босс. Не, ну ты понял, я замораживаю машину, и, короче, сажусь, в это время чувак из нее не выходит, то есть я сижу в нем. Что-то их тут вообще мало, машин. О, чем ты занимаешься? Не. Дверь сама открывается, да. Тоже странно все. Хорошо. Так. Я почти доехал. А, я думал, ты пошел бить рожи. Бить морду! Это, кстати говоря, наш бар тут. А там наверху что-то есть. Есть что-то. Я сначала. А, понятно, это какой-то. Ну, то есть опять барьер сносить. Нафиг. Yes. Интересно, а здесь свой олок есть или олок совсем умер? Не, он есть, но где-то там сидит, по-моему. Короче, вручную, говорит, нужно поменять свою силу. Сейчас он, говорит, объяснит. Так, экипируем. Двойной щелчок. А, вот, двойной щелчок, понятно, на крестовинке. О,
Фу. Ну, это вы зря мне показали. Не. Ты не поменял. Да. Я уж понял. Шурикен! Офигеть. Ого, у него щиты. Чё-то щиты не особо помогают. Зиму. Выглядит это очень странно все. О, машину тоже можно, можно сжигать, да? Довольно. Довольно. Давай, шажди. Все сгорели внутри тупо, короче. Когда уже туториал закончится? Последние миссии что-то какие-то были не очень смешные. Угу. Все нас учат. Учат, да. Чему нас учить-то? Мы не обучаемые. У меня Джек Бауэр добавил, друзья. Офигеть. Ну, теперь в безопасности. Джек Бауэр меня защитит. Короче, сложнейшие миссии. Великолепно просто было. Да. Но, по крайней мере, теперь у меня есть фаербол, и сейчас я буду его качать. Это мой качать. Любимый. Ну, можно еще, конечно, электричество, может быть. Нет. Так, ну-ка, посмотрим. Нет, это не то. Подожди, у меня там Powers. Вот, Powers. Blast. Elements. Fire. Fire. Fire! Он не качается. Как не качается? А, апгрейд. Blast. Можно увеличить это. Перезарядку быстрее сделать. Хорошо. Отлично, так. Да, у меня не хватает. Ну, теперь есть на что копить. А ну-ка. Ой, промазал. Черт. А что такое Ninja Reflexes? Не знаю. Восстанавливает здоровье, Reflexes. Когда ты используешь Ninja Reflexes. Что? Ну, может, это и есть Ninja Reflexes, вот это то, чем мы пользуемся. Нифига себе, Ninja. Ну, я бы не сказал, что это Ninja, да. Машина смерти. Ты новый квест какой-то запустил? No. А то у меня просто был по новой селекции. Как-то странно так это все работает. Ну, кто-то показывает, короче. Квадратик. А, это ну эти штуки, которые щит, короче, разломать. А, я могу по ней бегать. Прикольно. Да, там даже наверху бывают иногда эти. Ну, эти. Ну, эти. Ну, кластеры, короче. Сейчас, подожди. Секунду, господа, чужие. Теперь, кстати, посильнее стало работать. Неплохо так. Нормально. Тау. Не. Короче, все, мне никакое оружие уже просто тупо не нужно. Ну, давай. Не, а тут мне так кажется, мы с воздуха когда сможем бомбить. Мне тоже так кажется. Туда только там землю было круто. Взломаем. Ну, если сможем, конечно. Ага. Должны. Прикрывай меня, меня ломает. Все, а теперь можно пойти и сломать все остальное. Яйца? Ого, их там летит, офигеть. Я вообще куда-то в левую сторону кинул. Че ты такой злой? Да, вот такой вот я злой. Ой, все, извини, очень. Извини, я тебя тоже жёг. Я совершенно не специально. Не. Ааа, прикрывай, меня убил. Кто тебя убил? Кто тебя убил? Ты же живой еще. Ну пока да. Но это недолго. Сейчас, у меня у самого жизни не очень хорошо. Так. Я убью всех, кто на земле. И я пытаюсь, короче, ее дизейбл. Еее, да-дар. Че там, летающие все ушли? Там уже этот телепорт открылись. А, точно, их же уничтожать надо. Или не надо? Надо. Надо. Окей. А, кстати, как-то огнем не особо хорошо убивается, я смотрю. А вот пульками очень даже. Пульками, да, пульками быстрее. Позвони-ка, позвони. Позвони мне. Позвони им. Ghost in the Machine. Призрак в доспехах. Так, почему-то, короче, ты запускаешь квест, а я должен селект нажать, чтобы тоже к нему присоединиться. Раньше ты запускал для двоих. Ладно.
Вот, эту желтую фигню надо поймать. Точно, точно, точно. Как раз нам по пути-то полетит. Ага, хорошо. Только я куда-то наверх ушел. Yeah, я сломаю. Я тебя сломаю, придурок. Давай. Я не знаю, зачем мы это сделали, я уже забыл. Не знаю, у меня тут прыжковая цепь уже 19-20 прыжков. Это просто офигенно. Не знаю, походу на самый высокий дом в городе забираюсь. Я уже начинаю жалеть, что я это делаю. Да блин, сколько можно? 30 уже прыжков. И это еще далеко не конец. А нет, вроде заканчивается уже. Офигеть. 36, 37, 38. Я просто хотел перепрыгнуть дом. Тут понеслось. Да. 41 прыжок, это офигеть. Ты уже залез? Ну да. Толковик. Хорошо, сейчас я тебя догоню, наверное. Или не успею. It doesn't matter at all. Ты там кластеры собираешь, что ли? Ну, по пути. Чё бы нет. Ну, летать так, конечно, это да. Еще бы он, конечно, не падал все время вниз, а тупо, чтобы летать можно было. Вот это был бы реально просто вин. Эпик. Ну, это аж слишком было бы эпично тогда. Может, потом, кстати, можно будет. На-на. Перепрыгнем? Пытаемся. Ну, или там долететь можно. Это наш старый дом. Окей. Да. Самый первый. Тут все очень плохо. А че он такой? Ну, они же выпилили все наши сейфхаусы. И он такой какой-то упоротый стал. Короче, это хранилище данных, его нужно забрать. И, короче, туда мы загрузим вирус и отдадим им обратно. Все, будет отлично. No. No. Никогда так просто не бывает. Ну. Да. И чего мы сюда бежали? Только ради того, чтобы нас еще куда-то направили. Походу, да. Я полетел. So, like, is there a way to get this AI a body in the real world too? At this point, the AI is purely information. It's entirely digital. А, блин, стой, иди сюда. Милок. Стой, иди сюда. Ну ты понял. Ты понимаешь. Ой, какая машина прикольная. До свидания. По яйцам. Там сейчас вполне возможно будет что-то. Да. Парни там явно недовольны нами. Так, сейчас. Ты же там, что ли? Да, я сейчас подзаряжу эту штуку. И как вжарю, это пипец будет. Ему просто не понравится. Ты тоже фаерболами пользуешься? Mm-hmm, да, попробуем. Ты его прокачал? Там одну мне хватило. Обилку. Очень хорошо. И так главное жизнь не тратится, когда ее наносишься между ними и ломаешь их. Штуку. Жизнь быстрее исполняется. Откуда вы взялись? Да где вы все, мать вашу? Я выдохся. Как тебе дела, Тёма? Чё там занимаешься? Я просто отстреливаю их из какой-то хрени. Ну, кстати, неплохая хрень такая. Да, меня-то не стреляй. Оу, щит, я забыл тут friendly fire. Наказал. Овнет. Pick one. Какой, говорит, взять? Да любой, говорит, бери. Здорово, я пришел с миром. Я потрогал, говорит, его. По-другому, говорит, его трогай. Блин. Вау, это что было? Что-то, короче, не сломано гонит. Давай, R2. Лёжа, ты прикрывается уже. Нормально. Дваляк? Давай, безопасное место. Он с нами?
Да. Он за тобой идет? Да. А я? А, малыш, я же лучше собаки. Офигенский. Ну, летит, она все еще летит. Я не вижу ее. Да, вон она, над домами. Что где это такое вообще? Для чего она? Она летит? Че, ты о чем? Вот это вот то, что у нас? Да. Ты ее вообще следишь за сюжетом, нет? No. Сказали же, что типа его перепрограммируют в безопасном месте обратно отдать им. Типа вирус в него загрузим. Я просто по образу и подобию третьего сайта. Иди сюда! Слежу за сюжетом. Вау, меня замедлили. Нет, все нормально. Так, до свидания. И теперь шлава. Где еще кто? Пока не... Ага. Откуда? Не. Хорошо. О, так, ну чё. Ты попадёшь уже, нет? Получи. Да, блин, сколько их тут? Тема. Ну еще качать, 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 качать. Много качать. Не. Качать. Офигенский. Особо ценится, если ногами бьешь эти штуки. За это аж дают награды особые. Где еще кто, ты видишь? Оу. I know you're here. Come out and I can kick your arse. Arse. Улетела. Прилетела, улетела. Почти все. Это ты, Джон Уэйн? Это я. Джон Уэйн, это ты? Уходи, Джон Уэйн. Вали на наш пешляк. Я как бог. Like a boss. Like a god. Так, теперь нужно ждать, когда она еще будет свое загружать. 55 минут. Нужно, говорит, поближе к месту, где... Я не понимаю. Короче, тут, говорит, говняное соединение. Короче, там, говорит, защита, говорит, лучше, но... зато это все будет побыстрее делать. Так, хорошо. 55 минут, больно. Нужно к источнику. Хорошо. Once it's up and running, how long till he can spring my crew? Well, assuming the AI wasn't lying, I don't see a reason why we shouldn't be able to get right to it. Speaking of which, who do you want to grab first? Кого-то мы сейчас сможем спасти. Спаси Шонди. Мэтта? А, я хочу Шонди. Я хочу Мэтта. Ну, я даже не знаю. Блин. Короче, это из Деккеров. Помнишь тот, который трон там? Вот ага. Какого черта вообще? Я думал, будет Шонди, будет весело. Сечки и тому подобное. Я вообще думал, выбор дадут. А я ничего не понял. Что не ставишь? Давай. Я нашел статую. Статую. Ломай полностью. Она не ломается. Скоро не будет. Может, это не такая статуя? Нет, надо бить ее или стрелять. Ломай, ломай. Но от нее отскакивают пули. Ломай! Я чувствую, ломает, ломает там. Но вообще нифига. А вот все. Да, все хорошо. Сломал? Да. А что так сложно-то? Ну, потому что от нее тупо вот эти, от этой пушки, которую нам дали, ага, отскакивают снаряды и все. Don't lie to me, yo. Не. Come here, you scum. We all terminated. You scum? Stop here, you criminal scum. You violated my mother. Start download. No problem. Downloading. Come on, push it. Push it to the limit. The limit. Will it be much longer? Сколько там тебе? Что это? Говорит, часть процесса. Он говорит то, о чем, говорит, я думаю. 16 минут. Побыстрее нельзя? Я, говорит, попробую. Это уже не 54, как бы, то норм. Ну, уже норм, да. Что там, кто-нибудь едет, нет? Ну, пока.
Вообще-то да. Уже да. Не. В жертву второму Сене. Вот так, хорошо. Вот так. Не. Не, вот умри, на мозг твой. О, я ударил в воздух. Не. Иди сюда. Вот это круче всего. Получи. Не. А, камера сходит с ума просто, когда начинает беситься. Когда воздух еще бьешь. Ага. Особенно, когда бьешь воздух. Че это за фигня летает такая? Это твоя фигня? Да. Да хватит там в меня стрелять. Я контролирую себя. I can control myself. Все, там просто жареное инопланетное мясо. Только я тоже горю. Я терминатор. Мне-то. Мне-то что? Ты ощущаешь повреждения? Эти данные можно назвать болью. Нет. Как нет? Я бракованная модель. Капец. Все, нет. Еще. Any other fucking questions? Нет. Эти машины на самом деле очень просто сбиваются тупо. Ну да. Ну, в этот момент у тебя жизни помаленьку тратится. Так, куда ты опять идешь? Нужно просто побыстрее это все сделать, чтобы работать. Speed up. Suit up! Не. Какой пипичкин там стрелял? Там где-то второй доступ есть. Какой пипичкин? Не! Там все пипичкин. Пипичкин. Ладно, спешит. Бэм. Yeah. Да, блин, я в потолок упираю все время головы. Зачем ты это делаешь? Я не знаю. Я не знаю, все еще не знаю. Сеточка лежала, я смотрел. Че, тебя там стреляют? Нормально, я занимаюсь делами. I'm doing business here. Yeah. Anybody? Слишком быстро. Перегрузка, говорит. Перегрузка. Перегревается. Давай, говорит, доставай его и охлади. А где он вообще? Здесь не на время. А, черт, на время. О, бежим. Это ты виноват. No. Да сейчас охладим его, елки-палки, ну. Давай фризим его. Я... А, фриз. Как это сделать? Я забыл. Вот так. Отлично, зацени, после такой. Спасибо. Все, теперь постабильнее. Два раза влево. Да, понял. Так, короче, по новому защищаем. Черт, сколько шмот. Вот он. Это что за терминатор? Терминатор, прикинь. Давай, терминатор, терминатор. Погнал. Да, он более хорошей модели, я посмотрю. Капец, вот это реально круто. Да капец. Ты не понял, я тебя бью. Его нельзя ударить, да? Как нельзя, я их бью постоянно. Только ты гранаты постоянно, ракеты швыряешь, и я постоянно куркаюсь от этого. Нет, это они меня тоже еще бьют. Не. Я вообще в рукопашку только дерусь. Мне так норм. Ну да. Ой. А, вон там наверху. А, блин, опять переключил нечаянно. Почему так больно, говорит? Я вижу на карте еще кто-то там на крыше. Вон он. Мужчина, почему вот так? Почему вот так? Ага. На. Хе-хе. Мой терминатор самый терминаторский. Создай Роберта Патрика. Это 1000? Нет, полицейского костюма. Нет? Так было бы круто. А ты создай его из крепкого орешка второго тогда. Тоже проканает. Будем считать, да?
Что прокачь? Айфона, мать вы, сдохните, нет, долбанные инопланетные... Какашки... Какашки... Не. I'm on fire! С голосом определенно надо что-то делать. Да уж. Чё? 30 секунд. Я думаю, все будет как надо. Упал. Какая надо? Хороший. Хороший. Ау! Кто стрелял? Кто скользил? Ну, ой-ой-ой-ой. Я бросаю друга, я горю, я лечу, меня глюкануло. Куда ты улетел вообще там, пипец, в стратосферу? Куда-то, да, именно заглючило жестко. Это как в этом Скайриме, когда тебя гигант бьет. Да-да-да. Время, говорит, убить нас, пришельцев. Мы, говорит, с тобой будем лучшими друзьями, Сид. Конечно. Господи. Опять ты. Слушай, а на него же заморозка не особо действует. Со щитом она... Бить стража. Ну окей. Но щит у него не сносит огнем, как я посмотрю. Иди сюда. Ау! Чё-то как-то... Напряжно. Нет, нужно, короче, просто заморозку ставить. Вот, хорошо. Давай попробуем, знаешь, как... Ты его будешь заморозка швырять, а я потом фаербол ему сразу. Ну давай. Он у меня мощный, прокачанный. Так, такой мне перезаряжается. Ау, черт. Ты чё там машешь, эу? Пацанчик. Куда он упрыгнул? Куда оно? Where are you, girl? Stop. Он убегает от тебя. Ну, не особо. Мне больно. Я прячусь. Ау. Да я прячусь. Кинем ему заморозку. Да я уже перезаряжаю, короче. Хватит кластера. Я увидел. Да на ты уже, ну господи. На ты уже, ну. Короче, я тоже заморозку ставлю. А-а-а. Не получается вот осколок. Ой. А, бей, убей. Тау. Ха-ха, навешал тебе. Мне не больно было. Ну, понятно. Тау. Капец. Втащи. А-а-а. Хе-хе, я так и знал. Не только же мне, да. Все очень. Неплохо. Нормально. Тау. Господи, какое идеальное укрытие просто. Куда он опять улетел? Куда это? Зачем он нам вообще сдался? Это он пришел нас как-то остановить. Пойдем домой. Пойдем догоним. Да. Не. А, ну что ты? Sorry. Not sorry. Бла-бла-бла, мистер Фримен. No. Он неугомонный уж, ну. Да, капец, у меня аж не туда полетело. Замораживалка. Кинь замораживалку. А ты же тоже замерзнешь. Ну что? Окей. Блин, попал. Теперь бей его. Попал. Тау. Мои патроны. Мне об не хорошо. Мне не хорошо. Не больно вообще. Ау. Капец. Реально, драка вообще. Такой узкий коридорчик, и оттуда все вылетают. Счастливые просто. Я на драка в коммунальной квартире. Да что ты, господи. Духота. Ай. Во. Не. Может, все-таки стрелять начнем? Ну, я как бы этим и занимаюсь. Не знаю, чем. Нет, в смысле, кулаками как-то... Не особо.
Да что ж ты посмотрел, волна дошла. По крайней мере, пока. Бью. Круто. А, морозь. Ап. Получи. Давай еще. Ау. Люди там что-то кричат. Заморозь его, заморозь. Во, как тебе? Не, хорошо. Здесь вообще несложно эти кнопки нажимать. Вот Metal Gear, я бы тебе сказал. Ну, блин. Сдох. Нашел сравнить. И такой перекрукнулся, типа красиво вышел из ситуации. Телекинез. Телекинез? Воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу. А как его открыть? Вопрос, конечно, интересный. Вопрос, конечно. А, опять на тренировку. Ну окей. Да вы заколебали уже. Жмите. У-у-у. А вот это моя любимая способность будет. Наверх. Хе-хе-хе. Наверх? Я влево нажимал. Да? Тёма, повернись. А мне наверх. Давай. Хе-хе. Не, поймал человек. А мы можем играть в теннис? Надеюсь. Да. А вот, понятно, теперь эти штуки, помнишь, мы видели. Окей. Ого. Мужчина, вы, по-моему, попали. Ой, просто мусор летает. No problem. На тебе трупом. Черт, попал. Так, машина для гольфа против монстра. Кто же победит? Да и господи, что ты стреляешь-то? Я не тебе. Что ты стреляешь? Что вы наделали? Не. Не-не. Хорошо. Ау! Во, это было прикольно. Окей, сдохни. Так, ну, мы точно придумаем, как это использовать. Чух-чух-чух-чух-чух. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Саркона. А можно Саркона? Всё, наверное. Да, вверх, видишь, нажимать надо. Ну, это, кстати, прикольная штука. То есть, если ее поднять вверх, а потом резко кинуть мне фаерболом... Короче, можно такие миксы тут делать. Миксы миксить миксером. Так, хоуми Сид. У нас теперь новый хоуми, то есть браток. Новый гоу. Игра все дальше и дальше от всяких этих Сан Андреасов уходит. Да уж. А братки все остаются. О, новый гейтвей, да. Баунс райфл. Нет, у меня чистый код. Вау. Что это было? Батарея, прекрати. Батарея? По батарее какие-то гремлины, походу, ползают. Так, ну что, закончим серию здесь как раз. Окей. Или... Давай, говори прощальную речь. Прощальная речь. Пока. Вот так.